Парадным строем наша молодость идет, рядовые не герои, славной родине обладают. Yeah!
бывает. Стой! 9 мая мы готовимся встречать самый лучший, самый замечательный праздник. В преддверии празднования Дня Великой Победы участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны собираются на победные привалы. На победных привалах удается сплотиться, собраться всем вместе в канун великого дня нашего народа. Именно так из поколения в поколение и должна передаваться память наша о бессмертном подвиге. От имени всех жителей лучшего города России, города воинской славы, поздравляем с наступающим праздником Великой Победы всех, кто присутствует сегодня на площадке фестивальная. Желаем всем нашим жителям здоровья, благополучия, активного долголетия ветеранам Великой Отечественной войны. С праздником, уважаемые земляки! Ура! Thank you.
С березки слышим, и лесом светает желтый лист. Старинный вальс осенний сон играет гармонист. Вздыхают жалуясь басы, и словно забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы вообще любимый свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал в лесу при фронтовом, и каждый слушал и молчал о чем-то дорогом, и каждый думал о своей, припомнив ту весну, и каждый знал, дорога к ней ведет через войну. Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это только раз. Но пусть и смерть в огне в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждет. Вперед не слышу, и лесом светает желтый лист. Старинный вальс осенний сон играет гармонист. Стыкают жалуясь басы, и словно забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи. Дорогие друзья, погода сегодня для вас, дорогие земляки. Все мы с вами были сегодня свидетелями акции «Дерево Победы». Вот тут в нескольких шагах от нашей центральной площадки были высажены ивы. И через некоторое время здесь будет город-сад. Вы со мной согласны? Мы очень на это надеемся. Эта замечательная акция состоялась под руководством Надежды Леонидовны Беловой, председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод». Уважаемую Надежду Леонидовну я приглашаю на нашу сцену. Встречаем! И тихвинцы! Вас самым замечательным, самым замечательным праздником в нашей стране. Сегодня, когда начался победный привал, а он начался в середине дня, вы знаете, ехали машины, звучала музыка, махали дети. Было такое ощущение, вы знаете, идут мурашки, да? Они идут и о сожалении тех утрат, и той тяжелой войны, которая была, тех людей, которых нет. Но при этом еще и одновременное уважение и гордости. Уважение и гордости за страну, за родину, за победу, за тех, кто выжил и выстоял. И подарил нам этот мир. И действительно, как еще, понимаете, мир это еще не только, это не только вот подвиг во время войны. У нас сегодня наш подвиг – это работа. И сегодня Тихвин, который с гордостью носит имя города воинской славы, я надеюсь, что он будет и городом трудовой славы.
Расцветай, Тихин. С Днем Победы! С Днем Победы! Благодарим вас, Надежда Леонидовна! Дорогие друзья, в рамках подготовки и празднования 71-й годовщины Великой Победы Всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Российского организационного комитета «Победа» и Союза городов воинской славы был реализован международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей Великой Победы». 15 апреля наш город встречал участников автомарша, проходившего в рамках этого проекта. Главная цель этого автомарша – сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа. Главным символом международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы» является 200-метровая копия Знамени Победы. В каждом городе по маршруту протяженностью 50 тысяч километров участники этого проекта передавали копию знамени ветеранским и молодежным организациям для ее дальнейшего использования в массовых патриотических мероприятиях. На торжественном митинге, посвященном встрече участников автомарша нашему городу, была передана на хранение копия символа Победы, Знамя Победы. Ура! Копию Знамени Победы принимал Александр Михайлович Кирюшин, председатель Тихвинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Мы приглашаем Александра Михайловича на нашу сцену. Вам слово. Здравствуйте, дорогие тихвинцы. С наступающим вас праздником, светлым, самым чистым, самым знаменитым в нашей стране Днем Победы. Мы, ветераны, как и все жители Тихвина, всегда гордимся нашими дедами, прадедами, отцами, кто защищал наше Отечество. Чтим память о погибших, а также помним и уважаем тех, кто защищал нашу страну. И не только нашу страну, но и весь мир от чумы 20 века, фашизма. Как уже сказано, нашему городу было подарено, городу воинской славы была подарена копия знамени Победы. Вот она стоит, уже ребята развернули сзади. Можете посмотреть. Так, ребята, Слава, вот там присядьте на этом пониже. Тихвина, с Днем Победы! Ура! Молодцы. Так, все засняли. Ну давайте еще раз. Жители города Тихвина, с Днем Победы! Ура! Молодцы. Тысячи рук людей разных национальностей и поколений, различного социального положения прикоснулись к Знамени Победы, отдавая красному полотнищу добро и тепло своих рук, передавая эстафету памяти. Ура! Ура! Бери колени, Слав, быстро! Так, ребята, все засняли? Молодцы! И поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. Это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. И я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия
царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наших душ и сердец костры, как во тьме моя. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг, сквозь злые ветры тревог и неверия царства. Мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. Сегодня с этой сцены приветствует депутат Законодательного собрания Ленинградской области, уважаемый Александр Евгеньевич Петров. Встречаем его на нашем праздничном победном привале. Добрый вечер, дорогие мои земляки. Через 4 дня мы с вами будем отмечать самый большой, самый великий праздник для нашей страны. Потому что если бы не было этого праздника, не было бы и сегодняшнего победного привала. То, что мы сегодня проводим победный привал, на мой взгляд, это очень и очень здорово. Потому что посмотрите вокруг, сколько молодых людей, детей. И значит, память о тех отцах и дедах, которые отдали жизнь за наше счастье и благополучие, будет жить. Поэтому я вас сердечно поздравляю с праздником Победы. Всем желаю здоровья, добра и мирного неба. С праздником вас, дорогие друзья! С праздником, уважаемый Александр Евгеньевич, вас! Мы начинаем большую праздничную программу, посвященную 71-й годовщине Великой Победы. На сцене ансамбль «Горенко. Великая Победа на века». Небо на земле не слышно.
Зовется Днем Победы на реках. День Победы — это свято, и расслабляться в мире велика. День Победы в 45-м остается Днем Победы на реках. День Победы в 45-м остается Днем Победы на реках. Сумую там до ночки покажу. А
Виктория Михайлова. На поляночке звучит тальяночка. Поем вместе с Викторией. Поляночки дугою выйдут, парнишка на тальяночке играет. Красную парнишка уходила ночкой темной, звездною ей сердце приглашил. Под этим чина гордая шутила, видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Итальяночка сама о том, как черноглазая свела с ума. Поясненьким опорок Итальяночка дружил и в лютой битве с ворогом медаль он заслужил. Пришло письмо летучее за снеженную, дай что ждешь, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, о том, как черноглазая. Пришлось нам воевать. Там служили, дружили по тёске, и Хабовы, и Максимами звать. Был один пулемётчик толковый, познакомься с Максимом моим. А другой пулемёт был станковый, по прозванию тоже Максим. Крепко связаны дружбой старой, принимали грозные бои. Неразлучною дружною парой оба тёзки Максимы мои. Очень точно наводит наводчик, а Максим словно молния бьёт. Так-так-так, говорит пулемётчик, так-так-так, говорит пулемёт. Так-так-так, говорит пулемётчик, так-так-так, говорит пулемёт. А то сколько фашистских гранат не случилось уберечься им. Пулемётчик был ранен, ребята, повреждён пулемёт у Максима. Увлечения проносятся мимо, и дружочку был сделан ремонт. И опять оба тёзки и Максимы отправляются вместе на фронт. А на фронте горячие хлёстки, ураганный бой будет опять. И опять служат, дружат два тёзки, их обоих Максимами звать. Очень точно наводит наводчик, а Максим словно молния бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулемётчик.
Наступающим праздником вас! Уважаемые друзья, я с большим уважением, радостью хочу пригласить сегодня на сцену победного привала Надежду Васильевну Шадричеву, руководителя Центра по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежно-спортивного центра, координатора Бессмертного полка и волонтеров Победы Тихвинского района, депутата Тихвинского городского совета депутатов. Встречайте! Дорогие тихвинцы, я от всей души поздравляю вас с великой победой. Особые слова благодарности сегодня хочется сказать в адрес наших ветеранов Великой Отечественной войны. Я приглашаю вас 9 мая всем тем, кому дорога память о ветеранах Великой Отечественной войны, встать в строй Бессмертного полка в 11:30 на площади Мерецкого. Мы ждем вас с портретом своего ветерана. С праздником еще раз, дорогие тихвинцы! Спасибо. Страшно не будет, я ни разу не струсил, друзей не предать. Оборвались те строчки, пули снайпера девки, что напротив зеленки притаилась в ветвях. И одной пулей дурой стало меньше в винтовке, и одним сыном русским стало больше в сердцах. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война.
Только судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Взгляни, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, все заговорят наперебой. Эх, Андрюха, нам ли бы скучали, не прячь гармоник, рай на все лады. Так играй, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер к утре теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи не спросясь летели на тебя. Эх, путерушка, закрытая окошко, не выйдет, не встретит девчоночками нас. Горькое слово сказал черноброво, сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали, не прячь гармоник, рай на все воды. Так играй, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер в кудре теребя. Пой, играй, чтобы ласковые очи, не спросясь, глядели на тебя. Путь дорожка, еще ровней немножко, вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать, и запела милая моя. Эх, Андрюша, ты нам не будь печали, не прячь гармоник, рай на все лады. Подожди, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так что среди ночи промчался ветер. Поиграй, чтобы ласковые очи не спросясь, летели на тебя. Ой, Андрюша, так что в три ночи там часто ветер кутрит тебя. Поиграй, чтобы ласковые очи не спросясь. Армии становятся и наши тихвинские призывники. Военная служба – это школа жизни для вчерашних юношей. Участники праздничного победного привала – это тоже будущие призывники. Наша надежда – наш... Это и есть наши защитники Отечества. Им служить России. На сцене курсант военно-патриотического клуба «Десант» Сергей Андрющенко. Поем вместе с Сергеем. Шелестят знамена, командир рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой, служить России, суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает, а небе синее, плечо к плечу идут российские войска. Пусть военная дорога велика, мы будем верою и правдою служить.
Солдат.